Ну, сначала пойдем на их сайт stocksubmitter.com и загрузим для Windows у меня. Да? Вот он. Так. И он говорит, на каком языке? Ну, давайте на русском. С английским не так уж я дружу. Он нас приветствует, мастер установки. Ну, хорошо, спасибо за приветствие, говорит. Далее. Закройте все. Ну, закроем, если уж на то пошло. Все закрыли. Запись оставим. И пошли дальше. Так, он говорит, куда установит. Это обычный процесс. Готово. Так, теперь остается найти эту программу. Ага, она еще апдейт начнет делать. Ну, вечная канитель. Ну, с другой стороны, хорошо. Получим новую версию. Так. Вот я не вижу иконки на столе. Не делает он иконку? Ладно. Он говорит, что он все загрузил. Еще не все. Ну, теперь все. Так, без регистрации дальше. Тут на немецком почему-то идет все. Фортфарм. Просил на русском, идет на немецком. Ну ладно, с этим-то у меня все хорошо. Он говорит, Firbinus квалитет у меня высокий. Firbinus квалитет – это связь какая у вас. У меня очень высокая связь. Очень дорого плачу. Так, все, выбрали. Так, ага, теперь он говорит, что в новой программе, может быть, вам помощь понадобится. А можете понадобиться. Так, ага. Саппорт у нас кидает. Хорошо, давайте запишемся. Не знаю, будем пользоваться. Нет, но на всякий случай. Мало ли чего. Тем более по-русски можете ответить. Я вроде так понял, что разработчик русский. Молодец, какой. Надо его вознаградить. Если мне программа понравится, то я ее куплю. Так, ну в чат мне пока не надо. Не, ребят, это пока не нужно. Пойдемте в программу, посмотрим язык английский. Ну не надо мне английский язык, ребят, где русский? Так, settings. Ну это я знаю, что это свойство. Вот здесь может быть. Да, английский. Так, вот русский. Ага, хорошо, включаю. О, сразу переключил. Отлично. Теперь нам надо настроить связь с каким-нибудь стоком моим. А у меня их, наверное, 7 или 8, я точно не знаю. Работнички наши, помощнички работают, я ничего не знаю. Так, настройки сайта. Ну, давайте возьмем Shutterstock. Да? Впишем ему мое имя там. Я иду под эти стока. Пароль не скажу, просто напечатаю, а то как пойдете все мне помогать, картинки ставить. Так, это у меня потоки 5, ну ладно, это у меня их больше. Это я посмотрю, ну здесь практически PayPal, да, у меня такая система есть, PayPal, хорошо, 35 долларов или что он там. Да. Так, автоматически сбрасывать, обрезать заголовки, то есть под сайт подстраивать. Ну, почему нет? Вот бухгалтерчик поставил. Ключевые слова обрезать, если для сайта требуется. А вот это вот, как я понимаю, записки какие-то. Записки, скорее всего, вот для... Это, наверное, для проверяющих, для инспекторов. Но я проверю на всякий случай. Потому что шпаргалку делая, надо уже точно делать. Так, замечания для рассмотрения нет. Вот, для рецензента. Правильно, это если я что-то хочу ему написать, то тогда, конечно, я ему здесь, в этом поле, и могу. Так, ну-ка, эта фраза означает, смотри, следующий номер дела. Наверное, какие-то дела я могу создавать с номерами. И ему говорить, что вот смотри, вот там я уже посылал, дело заведено, угу. И конкретную информацию получишь. Так, хорошо. Так, что следующее там?
Это цифровая иллюстрация, создана без чего? Без эталонных изображений. Я не знаю, что они имеют в виду под эталонными изображениями. Может быть, те, которые имеют марку свою. Так, а это что у нас? Ранее предоставленный контент. Ну ладно, ранее у нас тоже нету. Все, тогда, значит, все понятно. Сохраняем его. Отличненько. То есть, по идее, о, видите, он сразу нас пытается связать с Шаттенстоком. Ну, давайте, я записал тут опять свои данные. Он теперь просит доказать, что я не робот. Типа, докажи, что ты не верблюд, да? Ну, ладно, давайте скажем ему, что я не робот. На английском скажем. Не, ну, хотя давайте на немецком, на японском я вообще не могу. Так, я вот не робот. На немецком не хочет он. Говорит, теперь на немецком сами там ходите, регистрируйтесь. Так, ладно. Ну что ж, продолжим на английском. Ёлки-палки. Так, он говорит, выберите картинку с изображением магазина фронтального. Ага, это я понял. Без словаря. Так, ну а какое здесь? Вот тут странно, там стена, это понятно. А в этом доме может быть магазин. А почему нет? Ну ладно. Что шутить? Скорее всего, вот этот, это магазин, да? Вот. Так. А что говорит? А остальные еще тут не один этот магазин, да елки-палки. Роботу сколько работы-то? Так, вот три магазина выбрал. Ага, сознался. Все. И скорее всего, он меня сейчас подключит, ребята. Он меня сейчас подключит. Давай. Соединение. Вот, он меня с моим аккаунтом соединил. Так, хорошо. Отлично. Это сейчас я все ненужное закрою. О, и высветилось, что у вас новые продажи на Shutterstock. Придется закрыть сумму. Не имею права говорить. Ну, во всяком случае, вы видели, что доказательства продажи идут продажи. Так что учить программу надо. До следующего раза. Пока.